тех, кто не знает, что такое блюзовый джем, это мероприятие, на которое приходят музыканты из разных коллективов, из разных групп и начинают вместе играть, совершенно не готовясь при этом к импровизации. Для этих целей я сейчас приглашаю на эту сцену замечательного гитариста Евгения Кудряшов. На блюзовых джемах очень часто расстраиваются гитары.